Друзья, приветствую вас на канале ICO стартапов. И сегодня короткое у нас ознакомительное видео нового стартапа ICO компании BitStrike, первое лицензированное блокчейн-казино. То есть еще один стартап из гемблинг-индустрии. Друзья, буквально несколько недель назад я делал обзор ICO компании BitDice. И там я рассказывал предысторию моего YouTube-канала. То есть одни из первых обзоров были именно о таких, такого рода стартапов, то есть из гемблинг-индустрии. Это VSlice, Agilis и другие. На моей памяти все эти ICO-стартапы были реализованы в каком плане? То есть ICO состоялось, и все участники, которые участвовали в данном ICO, собственно, хорошо примножили, а в некоторых стартапов даже очень хорошо примножили. Потому давайте я, чтобы не быть голословным, есть такой ресурс, покажу вам ICO Stats. Здесь показана ценовая политика, то есть ICO компании на момент старта продаж токенов и на сегодняшний день. Ну и, собственно, процентное соотношение, сколько процентов или в плюсе, или в минусе данная монета. То есть вот одни из первых обзоров это были по VDICE компании, токен VSL. На сегодня все, кто участвовал, но это уже, хочу сказать, больше года прошло время, 1000%. Это в долларовом соотношении показано. Идем далее. Компания Agilis. На сегодня это больше 2000%. То есть все, кто купили этих токенов на момент продажи ICO, и это вот данная цена, и продать сегодня, то есть это получается 2000%. Но, друзья, буквально недавно, несколько дней назад, эта монета пампилась до $40, потому здесь цена была не 2000, как сегодня, около 4000% показывала. Один из самых успешных проектов в данной индустрии. Далее, друзья, еще есть Zroll, который показывает на сегодня 5470%. То есть еще больше. Этот проект был даже позже стартовал, чем Agilis, но он есть еще более успешен. Посмотрим, как себя покажет BitDice, которым я делал несколько недель назад. Сейчас он еще не торгуется, то есть там идет распределение токенов, но по самому проведение ICO, хочу сказать, что они собрали на момент закрытия, то есть это было около $12 миллионов. Посмотрим, собственно, когда выйдет токен в торговлю на бирже, насколько он будет прибыльным в дальнейшем. Итак, давайте перейдем кратко, ознакомимся именно с BitStrike. Что это есть на самом деле? На самом деле это есть реальное казино, которое работает уже больше года. Здесь, собственно, можно поиграть, зарегистрироваться и, собственно, более подробно ознакомиться, ну, то есть существующим. Это не стартап, который хочет реализовать что-то несуществующее, это уже существующая игра на сегодня, но они хотят провести ICO для того, чтобы собрать средства и масштабировать, чтобы увеличить свои объемы, интегрировать определенные криптовалюты, для того, чтобы с помощью криптовалют можно было пополнять свой кабинет, ну и играть с помощью них. Сейчас мы можем видеть, что есть большое количество платежных систем, с помощью которых можно пополнить ваш кабинет и поиграть на эти средства, но в дальнейшем идет ставка на криптовалюты. Итак, друзья, есть, собственно, кнопочка, где можно перейти на главный сайт проведения ICO. Вот как он выглядит. Здесь идет обратный отсчет времени, осталось больше 10 дней. Далее, здесь можно подробно ознакомиться. Я рекомендую всем читать White Paper, если вас заинтересовал этот проект. Здесь более подробно описана вся идея и что хотят реализовать. Это в White Paper. Далее, есть карта событий, собственно, что зачем будет реализовано, в какой промежуток времени. Можете почитать здесь. Далее, о партнерах, которые есть на сегодня, вот с левой стороны, и о платежных системах, то есть партнерах я уже, в принципе, показывал. С помощью данных платежных систем можно пополнять уже существующее казино и играть на эти средства. Вот, биткоин сейчас уже есть, но в дальнейшем
хотят реализовать еще больше разных самых популярных криптовалют. Далее, друзья, на что хочу обратить внимание. Здесь есть вот самые часто задаваемые вопросы, потому если у вас они возникают, вы можете перечитать и получить, собственно, ответы на эти вопросы. Но если здесь вопросов, то есть ответов вы не найдете, здесь есть очень большое количество каналов связи, вот, с помощью которых можно связаться с командой и задать те или иные интересующие вас вопросы. На что хочу обратить ваше внимание, это на Bitcoin Talk. В принципе, я рекомендую всем перед тем, как принимать то или иное решение, это перечитывать как главную ветку, то есть англоязычную, так и русскоязычную, если такова есть. Потому как на Bitcoin Talk, в принципе, задают очень много интересных вопросов, именно касающихся блокчейна. Вот. Если, собственно, команда отвечает вас, удовлетворяет эти вопросы, то есть не возникает определенных сомнений, то тогда уже принимаете то или иное решение по итогу данного или каких-то других стартапов. То есть ссылки на все вот эти ресурсы я обязательно оставлю в описании под видео. В принципе, друзья, если брать кратко, это вся информация о данном стартапе, который хотела я поделиться на сегодня. Я думаю, в дальнейшем я еще запишу одно видео, возможно, несколько. То есть более подробно расскажу о количестве токенов, которые хотят реализовать на данном краудсейле. Вот. Ну и, собственно, возможно, на протяжении ICO, сколько будут собирать, тоже запишу данное еще одно видео. А так, друзья, был рад поделиться с вами данной информацией о казино BitStrike, о скором проведении ICO. Кому было интересно, полезно данное видео, друзья, буду благодарен, если вы его поддержите, поставил палец вверх. Кроме того, буду отдельно благодарен, если вы поделитесь данным видео в социальных сетях. Также, друзья, если вам интересно направление ICO стартапов, не забываем подписываться на YouTube канал, чтобы не пропускать последующие видео. Также, если у вас есть вопросы в данном направлении, обязательно пишите в комментариях под данным видео или как под другими видеообзорами. У нас также есть Telegram-чат, в котором 3800 человек, и здесь мы обсуждаем разные ICO-компании, криптовалюту, блокчейн. Ссылка будет в описании под видео, добавляйтесь в него. И не забываем подписываться на мой твиттер, друзья, чтобы не пропускать самые интересные, полезные новости, видеообзоры о ICO-компаниях. Еще раз всем большое спасибо за просмотр данного видео. Всем до свидания, пока.